привет! Поля исчерпались окончательно, поэтому переместились на луга, на пустыри. Первый сигнал у нас показывает нам немецкую пулеметную ленту с остальными патронами. То есть явно, а вот она уже и оторвалась. Явно пулеметное гнездо здесь будет. Ну, то есть было. Скорее всего. Посмотрим. Сейчас будем углубляться и смотреть. Пулеметные ленты. И с латунными. И вот. С остальными патронами. Ну, также и гильзы попадаются стреляные. Явно пулеметное какое-то гнездо, точка пулеметная. Ну, попробуем поискать что-то помимо гнилых лент и гильз. Среди энного количества стальных патронов в лентах и без лент, вот если вылетают, попался кусок бакелитового приклада от немецкого пулемета МГ. Явно где-то здесь как минимум разбило приклад пулемету. Может, в связи с этим он и не отстрелял вот это количество снаряженных лент. Пошли гранаты. М-39, М-24. И вот еще часть ручки для ведения огня. Рукоятка с пулемета МГ. То есть явно пулемет здесь разбило. И ленты добавляются и добавляются. Поэтому из-за того, что разбило пулемет, он и не отстрелялся. Ну, предположительно. Ампула как медицина. Сигналом заканчиваем. Ни разбитого пулемета, ни его владельца не обнаружено. Еще несколько шампалов от Маузера. И пойдем сейчас там поснимаем, сверху свистят. Фух, приплелся на гору. По горе шастаем. Поэтому тяжеловато было вверх крести. Говорят, здесь каска. Ну, сейчас посмотрим, что здесь еще есть. Ленты. Здесь в данном случае отстрелянные. Гранаты. Наствольные немецкие, кумулятивные. Вижу две штучки. Немного настрела. Пуговица. Так называемая. Сухарочная или трехдырочная. И в яме, говорят, каска. А, вижу, да. Ага. Не, немца там нет в ней. Пустая. Деколь видна. Даже вижу отсюда. Несмотря на свет. Видна деколь. Ага, каска. Сейчас будем доставать. И поснимаем ее наверху. Пошли, вырвало. Деколь видно. А ну сейчас подожди. Да, деколь видно, и причем довольно-таки неплохо. Вот я ударил. Угу. И краски много осталось, ты посмотри. Ну, вот ее. Вот внутри у нее наоборот. Она довольно плохо сохранилась, да? Внутри. Она, видишь, ее развернула. Да. Попала. Она на клонерах зависла. Да ладно ты, фигня. Алюминиевый, кстати, этот. Да, где-то я должен быть еще. А понаружи, ну, переверни. 35-ка. А понаружи? Нет, покажи понаружи. Сороковка. Сороковка? Да. Что хорошая такая вышнапавка. Семечки смотри, вышнапавка.
Сидишь, дай мне понаружи. Понаружи на ней краски сохранилось. Вообще капец сколько. Для такой почвы это просто, что меня так веселит, это необычно. Обычно в такой почве они сохраняются вот так вот. И понаружи, и внутри. А здесь как-то необычно. Спустились уже довольно низко с горы. И еще одна немецкая каска показалась. Причем она довольно неглубоко залегает. Как ее никто не поймал мелкими приборами, не ясно. Сейчас будем доставать. Пошла, родимая. Да, краски сохранилась. А ну деколь. Не, деколь нет. Тоже ударенная, кламер вылетел. Стой, стой. Кламер выбило, да? Давай повытрусим. Оп. А подшлемника нет. А, не, вон остатки алюминиевого, да? Его сбило, блин, смяло, разорвало. А, вот оно вошло. Вот у нее ранение. Это пуля вошла. В каску пуля вошла. В каску вошла пуля в эту. А это уже 35-ка, М35. Модель образца 35-го года. Да, попробуем, может что-то есть еще. И следующий одиночный индивидуальный стрелковый окоп, кому как нравится. И в нем снова, помимо небольшого количества патронов, гнилого противогазного фильтра, немецкого, кстати, простреленного, немецкая каска, да? Лезем. Оп. Да. Вот немецкая каска, еще одна. Кламер стоит, я вижу. Значит, должен быть и подшлемник. Ну, будем снимать ее уже более подробно наверху. Говорят, пошла. Маленький. О. Промяли. Промяли чем-то. Деколь видно тоже. Тоже видно деколь. Да, немного. А что, не немного? Неплохо просматривается. Алюминиевый. Mm-hmm. Алюминиевые обруча. Он был подшлемник, он вынял. Подшлемник был. Значит, где-то и подбородочник. Не факт. Подшлемник был. Угу. Хотя не видно на ушах, на сережках. Нет. Ну вот так. Ну вот этот. Бываешь. Да, вот это в принципе состояние для этого грунта. А ту, которую мы нашли. А что там эта бумажка делала? Перед этим с деколью. Это вторая. Она состояние неоднозначное для этого грунта. Слишком уж как-то краски было много. Но тем не менее. Он подворачивает, слышишь? Подворачивает? Это еще одна пуговичка. Это походу тут где-то лежит плойка. Цельбан. Кожу что-то копал. Где-то это. А там куточек маленький. Это ямой завершаем сегодняшний день. Разрылись, тут будет здоров. В результате обнаружили еще хвост от нашей 120-миллиметровой мины. И немецкий противогаз. Поздний, тряпочный. Номер 2. А, еще стальная масленка из ZIPA к Маузер 98-ка. Пока заканчиваем. Там будем посмотреть.